Что? Вы меня перепугали. Как, говорите, вас зовут? Вы какого герба? Равикс из Черторога. А на гербе моем дева, сидящая на шагающем медведе. Ну, раз уж мы поговорили как рыцарь с рыцарем. Франсуа Легов, как я полагаю, меня прислала ваша невеста. Она беспокоится, что вы что-то долго не возвращаетесь. Потому что гротник — это крайне опасное бестие. К поединку с ней я должен хорошо подготовиться. Подкрепляя силы сном в тенечке? 2 недели. Я медлил, это правда. Но теперь конец замешательству. Я дал слово чести и чудовище одолею. А ты не хочешь случайно, чтобы я тебе помог? Ну, я не знаю. Я же присягал, что... Что принесешь возлюбленной голову чудовища. Но ты же не присягал, что убьешь его в одиночку. В общем, правда ваша. Сражаемся, значит, плечом к плечу. За честь! Ну, я ему голову оторву. Сначала мы все-таки должны его убить. Странно. Что-то не вижу я этого гротника. Так, может, вернемся? Нет его, значит, нет. Что делать? Мы же старались. Не спеши. Осмотримся здесь еще немного.
кости, череп маленький, темечко не заросло до конца. Младенец ему было около года. Значит, правда, в деревнях говорят, кровь не в детей пожирает. Какие-то старые бумаги, инструменты. Гротник отобрал их у своих жертв. Пророщины, как теплицы. Раз уж его тут нет, может и нам успокоиться? Пусть его. Клянусь честью, упрямая же скотина была. Я благодарю, ведьмак. Вы весьма мне помогли. Почему ты не выбрал себе менее грозного противника? Ну, Бабалака, например. Ибо... сила монстра равна должна быть силе любви и... Ты краснеешь, рыцарь. Видите ли, это все моя невеста. А она вот сразу хочет под венец, а ведь мы всего 2 года знакомы. Так я подумал, что если присягну добыть гротника, то добуду себе немного времени. Такое чудовище убить — это ведь не что-нибудь. Да, теперь я понимаю, почему ты так медленно рвался в бой. Кажется, самое время тебе вернуться в Баклер, храбрый рыцарь. О, нет, ибо башка этого чудовища слишком мала, чтобы выразить, как сильно я люблю свою избранницу. Я отправлюсь странствовать по свету. Какое-нибудь другое чудовище в ее честь зарублю. Должно быть, ты и правда сильно не хочешь этой свадьбы. Не предрекаю тебе больших успехов, но делай, что хочешь. Удачи. Б-
Благодарю вас, мастер. Для меня было честью сражаться с вами плечом к плечу. У меня хорошие новости. Твой жених. Это уже не мой жених. Прости, что? Он только что был здесь. Принес новую присягу. Поклялся принести мне полосатого коня из Зерикании. Ну, по крайней мере, в этот раз он выбрал что-то по своим возможностям. Только далековато. Вот именно. Я говорю, больше доказательств не требуется, пора жениться. А он юлит, темнит, клянется честью. Вот скажите мне, ведьмак, неужели все мужчины такие свиньи? Боюсь, что большая часть. Надо было идти в монастырь. Ну да что вам мои сердечные терзания? Прошу, вот ваша награда и совет на будущее. Если найдете себе какую-нибудь сударыню-ведьмачку, будьте с нею искренни. Я записалась на стрижку. Прошу простить, я сейчас не расположена. И салон открыт. Это на него совсем. Прошу простить, я сейчас не расположена. На меня не похоже ходить с вороньим гнездом. По-хорошему советую, забирай эту башку и заканчивай с этими глупостями. Я бы попросил. То, что я хочу прославить имя своей возлюбленной на весь мир, не значит... Послушай меня, сражение с чудовищами — это не гербы, не начищенные доспехи, не млеющие дамы. Это работа. Чертовски опасная и неблагодарная работа, для которой ты не годишься. Найди какой-нибудь другой способ доказать свою отвагу, потому что пока ты доказываешь только глупость. Выбирайте выражение, мастер-ведьмак. В Тусенте и за меньшее можно получить вызов на утоптанную землю. Но вам сложно отказать в правоте. Еще немного, и я не вышел бы отсюда живым. Пора. Пора возвращаться домой.
Для тебя мое терпение почти закончилось. Представляешь, я записалась на стрижку к Жанну в ней Люда. Прихожу, а там никого. И салон открыт. Это на него совсем не похоже. А как на меня не похоже ходить с вороньим гнездом? Мужик, это может быть и горой. Что ж делать? Да лишь бы бабе было сладко. У меня добрые вести. У меня тоже. Франсуа уже вернулся. Через неделю мы играем свадьбу. Завтра мы идем слушать наставления молодым супругам. Послезавтра на примерку платья. Потом смотреть свадебный зал. Я так рада. Мои поздравления. Как говорится, совет вам да любовь. А я вам желаю удачи на ведьмачьем пути. Пожалуйста, вот ваши деньги. Прощайте. Приветствую. Один неверный шаг, и ты пожалеешь. Неужели? Люди, люди, что ж я делаю? Весь товар уценяю. Да? А, пёс тебя дери. Мужик-то может быть и гадкий. Да лишь бы бабе было сладко. Помогай вам, боги. Что за день? Равикс из Черторога. Как я рад тебя видеть. Лепопильон, трубадур, узнаешь? Привет. Кстати, Равиксом назвался шутки ради. Меня зовут Геральт. О, Геральт из Ривии! Как же я сразу не сообразил. Я верный почитатель. Очень приятно. Мэтра Лютика. Я знаю все баллады из цикла о Ведьмаке. Но чтобы мне самому так повезло... А в чем, собственно, дело? Ну, дело-то замечательное. Пропал цирюльник Жан-Луи Людовик. Ты его спасешь, а я сложу об этом песнь. Услышьте же, люди, глас песни свободной, а как спас брат добрее, ведьмак благородный. Так что там с этим цирюльником? Он точно пропал? Да, да. Наверняка с ним произошло что-то страшное. Жан-Луи болезненно пунктуален. Ни на минуту не опаздывает, открывая свою лавочку. Он наверняка будет польщен, если я опишу его чудесное спасение.
А кто мне заплатит за поиски цирюльника? Я. В конце концов, такой случай предоставляется не каждый день. Но ты должен взять меня с собой. Я буду на ходу все записывать. Я согласен. Только за необычные заказы я беру больше. Понятно. Разумеется. Да разумеется, как тебе будет угодно. Хорошо, я посмотрю, что тут можно выяснить. А ты, если уж так хочешь шляться за мной, по крайней мере, не путайся под ногами. Разумеется, ты меня даже не заметишь. Салон Бродобрея вот тут, рядом. Что такое? Есть последняя строчка! А все это в честь досточтимой княгини. Там должно было быть про цирюльника и ведьмака. Причем здесь княгиня? Благосклонность великих мира сего переменчива. Сегодня все вспоминают мое выступление на турнире, а уже завтра ее светлости понадобится новая песня. И я не собираюсь упускать такой сюжет. Так что, с чего начнем? С того, что выломаем дверь. Дядюшка говорит, если буду плохо себя вести, он меня отдаст ведьмакам. Есть у нас хоть что-нибудь? Следы крови? А все это вообще... И мои княгини... Войдем же! А вот как венца тяпну. Ну, Лепопильон, тебе повезло. Хм, исключительно тупые ножницы. Как он вообще мог ими пользоваться? Говорят же, что сюжеты песен надо брать на улице. А я и не верил. Пустые баночки из-под помады для волос, сильный цветочный запах. Очень сильный. Это особый цветочный эликсир Жана Луи Людовика. Он хранит рецепт в строжайшей тайне. Похоже, эликсир у него закончился. Эта баночка тоже пустая. Есть у нас хоть что-нибудь? Оди. Эта баночка тоже пустая. Замок не тронут, никто и не пробовал сюда вломиться. Говорят же, что сюжеты песен надо брать на улице, а я и не верил.
Дневник цирюльника. Так, ноготочки, локоны, центрийский веер, ревийский хвостик под платагона. Хм. В Новиграде это уже не модно. А вот тут список посетителей. Последней клиенткой была госпожа Лепомпиду. Ты знаешь какую-нибудь Лепомпиду? Да, очень милая старушка. Уже 10 лет делает прически у Жана Луи. Абсолютно безвредная. Вот здесь набросок какой-то карты. Тебе это что-нибудь говорит? Кажется, я знаю, где это. Но там ничего нет. Ну, совершенно ничего. Только поля, луга. Кажется, я уже знаю. Я, кажется, тоже. Зараза, вскричал он лицом багровее, лишь бритвы духи нет нигде бродобрея. Не мог бы ты минуту помолчать? Кажется, я понял, что с твоим бродобреем. Ни следов борьбы, ни следов взлома. По-моему, он просто отправился за компонентами для духов. Все баночки пустые. Так наверняка и было. Он пошел за город собирать на лугу лепестки цветов. И там на него напали тролли и циклопы и сожрали мощно. Ты можешь показать это место на его карте? Разумеется. Тогда видим. Сверкала звезда синевой в небесах, минуты текли, как песчинки в часах. И дальше за стены плющом увиты, и дальше вперед в царство мрачной стихии. Ты все так будешь комментировать? Замшелых гробниц их встречали каменья, но шли они прочь и не знали сомнения. Это я от вас какой-то пакостью заразился. А вот и то самое место с карты. Зараза, назад! Было? Архиспора. Может, их поблизости еще больше? Хрен его знает. А что тебе подсказывает твое ведьмачье чутье? Что ты хочешь вернуться. Отличная шутка. Идем дальше. Я же знаю, что ты сможешь меня защитить. Теперь проверим другое место на карте. Мечом наш герой зарубил его скоро, повсюду разбрызгавшись архиспора. Но в брюхе сыскать не сумел бродобрея, знать кто-то другой его слопал скорее. Есть! Это корзинка Жана! Теперь мы точно знаем, что он тут был. Корзинка с лепестками цветов. Так пахла та помада. Следы борьбы, все-таки ты был прав. С ним действительно что-то случилось. Ну хорошо, если так. Надеюсь, что это не тролли. На них рифму почти не подобрать. И как? Ты уже нашел следы?
След обрывается на скалистой площадке. Они спустились глубже в пещеру. Темно тут как-то и страшно. Испугался, значит? Может, сревмуешь что-нибудь для храбрости? Это прическа — последний писк моды при Коверском дворе. Ни одна дама супротив вас не устоит. Так, блядь? Я выиграл бы турнир, как нечего делать. Барышня Вивьена уже сегодня согревала бы мою ложе. Что ты тут гонишь, Сригаль? Что так модно? Мы в Нильфгарде, а не в этом долбанном ковере! Что он тебе сделал? Что сделал? Он постриг меня под куриную гуску, так что шлем стыдно снять. Я не мог показаться на турнире. Я хотел показать свое мужество прекрасный Вивьене де Табрис. А из-за этого засранца упустил такой шанс. Я вижу, ты уже отыгрался. Это еще только начало. Я еще не решил, отпущу ли я его живым. Как-то это не совсем по-рыцарски. А как же слово чести, клянусь цаплей и все в таком роде? Клянусь цаплей, что выпотрошу тебя, если ты отсюда по-быстрому не уберешься. Ангард, я тебя вызываю. Вы стоять, не лезьте. Собака, сделаем все по-рыцарски. Воспой же, о муза героя, в сражение, где ведьмак наглецу нанесет поражение. Я тебя выпотрошу, а потом и парикмахера этого недоделанного. Поздно уже. Может, мы лучше пойдем? Ле Папильон, раны святого Лебеды, вы спасли меня в самый последний миг. Можешь не благодарить. Жан-Луи Людовик, я полагаю. Пойдем, пока не... Тихо вы там, оба! Вот оно! Узрев ведьмака, все застыли от страха. Охальника вмиг превратил он в кастрата. Кишки натянулись, как струны на дыбе. Ведьмак ему брюхо вспорол, словно рыбе. И славный клинок погрузил столь глубоко, что враг захлебнулся желудочным соком. И рухнул, накрывшись ногами своими, а все это в честь досточтимой княгини. Великолепно, ты будто сам там был. Правда? Наконец-то у мэтра Лютика появился достойный конкурент. Что насчет моей платы? Я планировал расплатиться с тобой в рассрочку. Назначим выплату, скажем, раз в полгода. То есть денег у тебя нет? Я вам заплачу, мастер-ведьмак, и сто крат вас отблагодарю. Зайдите ко мне как-нибудь подровнять височки. Благодарю.
со мной у тебя так просто не выйдет. Вместо силы отсюда изливается магия. Thank you.
Тебе наружу! Что? Я бы сгинул, если бы не твоя помощь, друг мой. Клянусь честью, это ведьмак, который спасет нас от беды. Достойно есть и справедливо, ведьмак, что на призыв досточтимой княгини ты прибыл. Что-то тут не так.
девушка воспроизвела отмеченную сцену и умерла. Или что-то ее убило. А если я повторю эту сцену? Здесь пригодится глаз Нихалены.